что тут устроили? Надеюсь, что оно у меня получится. Здесь золотые блестки. Привет, ребята! Я вас хочу познакомить с новым малышом Пупси Критерс. Ура! Интересно, кто же станет нашим новым другом? Давайте скорее откроем и посмотрим. Открываем дверцу. А в первом пакетике шприц. А здесь магия единорога и еда для единорога. А здесь золотая ложечка. А вот и наша игрушка. Нам попалась обезьянка. Эту обезьянку мы сделали из куклы Лол. А как, мы сейчас покажем. Вот такая куколка Лол сегодня превратится в малышку-обезьянку Пупси Критерс. У этой куколки я отрезала шишки по бокам. У меня только такая осталась из подделочек. И потом пришлось облепить ее голову полимерной глиной, чтобы она стала ровной. Обязательно сделать ушки, рог и мордашку. Затем вырезаем ротик, придаем форму лапок, как у Пупси Критерс, и запекаем. Хвостик сделать не получилось. После запекания уже два раза сломался. Значит, попробуем приклеить в конце. Вот так мы разукрасили обезьянку. Сейчас будем рисовать глазки и разукрашивать рог. Чтобы сделать слайм, мы должны обезьянку напоить водичкой. Потрясем и посмотрим, что у нас получится. Вот такой слайм получился у нашей обезьянки. Начинаем мешать. Теперь добавим магию единорога. Здесь золотые блестки. Перемешиваем. Вот такой обезьянкой пополнилась моя коллекция Пупси Критерс. Ставь лайк, если тебе понравился мой ОАК. Что тут устроили? Вы что, деретесь за слайма?